Добрый день, друзья мои. Почему важно, чтобы люди могли выбирать главу города? Почему я считаю, что это может нам помочь? На самом деле это всего лишь навсего возможность, потому что никто не дает стопроцентных гарантий, что тот человек, который будет избран, не будет в дальнейшем сломан, или в отношении него не будут применены какие-то запрещенные приемы. Но почему для нас важно, чтобы мы могли выбирать главу города, в котором мы живем? Да потому, чтобы за нас не решали другие люди. Потому, чтобы этот глава города понимал, что если он выйдет на улицу, то любой избиратель может ему сказать: «Я тебя избирал, и я с тебя спрашиваю». Потому что только избранный глава города, наверное, как царство ему небесное Анжелий Михеев, будет свободно ходить пешком по городу, встречаться и здороваться просто с гражданами по ходу, пока он идет из администрации города в администрацию области. А существующая система, когда политическая партия «Единая Россия», которая ухудшила все, что можно ухудшить в Кировской области, выдвигает и выбирает главу города, но приводит, собственно говоря, к последствиям, которые мы видим. Посмотрите на работу нынешнего главы города Елены Васильевны Ковалевой, которую я уважаю как специалист по бюджету, но который является никаким специалистом, с моей точки зрения, по управлению территорией. И у которой не достает смелости для того, чтобы в защиту интересов граждан города, жителей города, отстаивать их интересы перед губернатором или принимать какие-то более адекватные решения в городе. Почему так происходит? Да потому что мы не выбираем своего мэра, и мэр зависит напрямую от «Единой России», руководителем регионального отделения, которое является так называемый «Варяг Васильев». И мы видим, что масса законопроектов, которые проводит «Единая Россия», и депутаты от «Единой России», которые просто поднимают свои руки за те или иные проекты, они только ухудшают жизнь. И на самом деле это только возможность избрания главы, это только возможность для главы улучшить нашу жизнь. Но это даст этому главе, который будет избран, большую свободу и большую возможность. Этот глава будет знать, что он за то, что находится на этом посту и получает достаточно высокую заработную плату за счет кировчан, он за нахождение на этом посту обязан не какому-то там Васильеву или партии «Единая Россия», а обязан жителям города, потому что они его избрали. И вообще было бы хорошо, чтобы тот, кто избирался главой города, обязан был приостанавливать свое членство в этой партии, чтобы политсовет этой партии не указывал главе города, а чтобы вокруг этого главы города были реально, реально серьезные специалисты, которые будут ему помогать в поиске решений сложных проблем развития и процветания города. На самом деле проблемы управления городом очень сложные. И редко найдется такой человек, который способен управлять городом, при этом находя все время оптимальное, самое лучшее решение. А для этого у этого главы вокруг должны быть лучшие специалисты. Не те, кто там лоялен или не лоялен «Единой России», а лучшие специалисты, которые реально понимают в вопросах развития города, реально разбираются в этих вопросах и могут реально предложить и найти лучшие решения.
Всем процветания.